Бойлеры и системы климат-контроля установят как минимум в 15 школах и детсадах Петропавловска, чтобы дети не мерзли в межсезонье, а в разгар отопительного сезона в зданиях не стояла жара. Хорошая новость. Все профильные министерства поддержали мое обращение о том, чтобы по всему Дальнему Востоку запустить пилотный проект дополнительного обогрева детских садов, чтобы в период межсезонья в помещениях было комфортно и ребятишки не болели, приходя с прогулки, уходя в бассейн, чтобы была одинаково комфортная температура, которая, конечно, позволит защитить и самих ребятишек и позволит мамам не уходить на больничные. Поэтому такая работа проведена. Сейчас слово за регионами. В Елизово отопительным оборудованием оснастят 2 детских сада. Об этом было заявлено на заседании рабочей группы по реализации этого проекта в регионе. В краевом бюджете 2018 года на установку такого оборудования в образовательных учреждениях заложено 40 миллионов рублей. Предполагается, что со временем проект будет внедрен не только во всех камчатских муниципалитетах, но и по Дальнему Востоку. Подробности на сайте регионального ЗАГС Собрания.